Лето – это долгожданная пора всех мальчишек и девчонок. На целых 3 месяца можно отложить учебники и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. И стихи об этом времени года в творчестве русских поэтов насыщены яркими красками и наполнены любовью к родной природе. Поэтому очередными участниками проекта «Стихи живут повсюду» стали дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Ласточка». Готовились к этому проекту с большим удовольствием. Даже некоторые дети были немножко расстроены, что не достались стихи, а так в целом всем понравились стихи. Ребята немного волновались, долго повторяли строчки, но сосредоточились и прочитали стихотворение Якова Акима «Песенка в лесу». Гуляла девочка в лесу, погожим утром ранним, сбивала прутиком росу на ягодной поляне. Венки пахучие плела, да землянику ела. Гуляла девочка в лесу и всю дорогу пела. Глядит, далеко забрела, да и устала малость. Пора, и девочка ушла, а песенка осталась. Ирина Решетова рассказывает, что это стихотворение произвело на нее большое впечатление. Мне понравилось сочетание то, что девочка гуляет, и то есть это можно назвать обычным днем в деревне. Матвей Морозов считает, главное, что хотел передать автор в своем произведении, это находить поводы для радости в простых вещах. Стих легкий, быстро выучить. Вот. Мне понравился стих. В летнем лагере «Ласточка» отдыхают учащиеся начальных классов. В учреждении для ребят подготовлено много спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, в которых дети с удовольствием участвуют. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.